24 и 25 марта в Ханты-Мансийске проходил международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица», в рамках которого состоялся конкурс инновационных проектов. Аспирантка Казанского университета выиграла сертификат первой степени на 150 тысяч рублей за уникальную разработку. Все подробности далее. Комплексная технология направлена на решение актуальных задач, стоящих перед нефтяниками. В частности, это вопросы, связанные с повышенным обводнением добывающих скважин, то есть содержанием в них воды. Вода – это проблема чаще всего, потому что ведь чем больше мы добываем воды, тем меньше мы добываем нефти. Месторождения обводняются в течение времени, особенно на последних стадиях разработки, гигантские месторождения, там порядка 90% обводненности. И снизить этот процент помогает как раз-таки эта технология. Простая и дешевая технология также поможет нефтяникам точно знать, откуда идет вода, потому что источников может быть несколько. Еще одно преимущество разработки заключается в оперативности. Ведь если ранее для того, чтобы ответить на эти вопросы, требовалось до нескольких месяцев, то сейчас нефтяники смогут получать информацию уже всего за 2-3 недели. Процесс происходит довольно просто. Отбираются пробы воды, мы проводим на ней уникальные вот эти наши исследования. И по соотношению каких-то маркеров, свойств воды друг к другу, мы смотрим характеристики воды каждого из пластов. И потом мы можем понять, из какого же пласта у нас идет вода, и говорить о том, что этот пласт, наверное, нужно перекрывать, потому что идет неравномерная выработка запасов другого объекта, который насыщен нефтью. Технология, не имеющая аналогов в России, уже была успешно опробована на различных месторождениях Татарстана и в настоящий момент проходит процесс патентования. Отметим, что проект реализуется в рамках деятельности научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.